Ну а тем временем в Дербенте в музее-заповеднике прошла выставка-ярмарка народных промыслов Дагестана в рамках празднования Года культуры. На крепости Нарын-Кала собралось свыше 3000 гостей. Каждый район Дагестана представил изделия своих мастеров на импровизированных майданах. Сулевкенские и балхарские керамические изделия, унцукульские насечки и ковры из Южного Дагестана. Оружейники из Кизляра показали достоинство своего оружия. Свои майданы устроили и артисты местных театров. На крепости посетителей бесплатно угощали вкусным чаем с восточными сладостями и ароматным пловом по-дербенски. Директор музея-заповедника Али Ибрагимов отметил, что каждый год 18 мая, в Международный день музеев, вход в цитадель будет бесплатным.